С вами Ростик, и Лёня и Даня. Сейчас мы идем куда-нибудь гулять. Я обзывал охрану. Так что мы сейчас, может, давай полезем на ограждение. О, вот там, на. Все, мы бежим на ограждение. Мы сейчас уже там поснимаю. Так, мы уже идем. Мы только что бежали. Вот Даня с нами едет. О, мы почти нашли заезд. Ой. Сейчас мы идем быстренько туда. Я думаю, вы поставите мне жгучий лайк и подпишитесь на мой канал. Сейчас мы уже идем, полезем туда. Кто понял, в том ролике я там уже залазил. Сейчас на другую руку. Вот здесь, кстати, был кто знает, кто был снег. А потом он растаял, потому что было растаяло. Понятно. Идемте вы, девочки. Так, сейчас мы идем на облагорождение, на здание там есть рядом. Ну, думаю, уже мы залезем, и я уже вернусь. Бам! Люди, я уже забрался на ограждение. Кстати, вот этот дом. Ленчик перелезал вниз. Сейчас я, наверное, думаю, спущусь, если не будет охраны. Так что... Кстати, вон большой-большой экран. Вон. Где он? Во. Вот это вот тут. Во. Так, люди, сейчас перелезу сюда, вниз, и уже сниму это. Блин, я себе штаны, походу, не порвал. Ладно, люди, сейчас вернусь. Я уже перелез, в прошлом влоге тут был. Пацан, там шприц. Люди, тут реально страшно. Я перелез. Тут стоят ворота, вот. И тут страшно, реально. Люди, тут охраны нет, ну ладно. Лёчка уже перелез тоже. У меня такие ручки. Ага. Вот. Айба. Так, идем. Тут нет охраны, кстати. Там дверь открыта. Идем туда. Мы бегаем. Китя. Блин, Лёня нас куда-то запёк. Ты дура. Всё, сейчас. Что? Нет, здесь нельзя. Всё, люди. Сейчас я уже вернусь, потому что походу охрана идет. Все, сейчас вернусь, быстренько. Мы уже прилезли с Леней. Вон там уже сзади на сорождение. Ладно, все, давайте, всем пока.